Сегодня мы сыграли минус 1657. Но это не мудрено, я довольно-таки тупил сегодня конкретно. И здесь я думаю, что можно рассмотреть и пуш, и кол. Но я даже не знаю, что лучше. Давайте кол. Блин, бубновый ревер, конечно, не сахар. Ну, понятно, что мы не выбрасываем. Дама король, хорошо. Я думаю, что надо просто идти all-in, и там будет часто кол. Но если я ошибся, значит я ошибся. Может, у него здесь весь диапазон 3-бет фолдами наполнен. Нет, естественно, это десятки, никаких пасов у него с десятком нет, никаких ран-твайсов. Либо переезжай меня, либо до свидания. Ну, переезжай, значит. А, не переезжай. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. По терну под бет мы тоже будем колить. Диапазончик рейза с большого блайнда в 3-way поте будет достаточно полярным. Это будут преимущественно валет 8 и сеты. Причем валет 8, скорее всего, только одномастные. То есть это 2 комбинации, 3, 8. А также 9-10 трифовые, дама 10 трифовые, может быть 9-7 трифовые. Может быть, иногда будут еще вариации 9-10, а не трифовые. Но по идее, значит, против такого диапазона у нас только кол. 9-10 доехали, сеты докторы могут и чекать здесь, с прицелом на чекпас, но он пушит, мы снаколим. 8-6 трифовый, пара плюс флашдроп, понял. Ну то есть фактически он говорит следующее. Я имею full house, а потому собираюсь тебя выебетить до смерти. Непростое очень решение. Честно говоря, это рука по ГТО изейший кол. Но с точки зрения игровой теории, я очень сомневаюсь, что он здесь в достаточном количестве проблефует. Это будет выглядеть крайне нитово, но я выброшу. Первый и последний раз. Супер мега ультра фолд. Теперь тяжело выбить туза. Король 10 мы не выбьем. Трудно сказать. Король валет могли упасть по терну. Дама король могли упасть по терну, теоретически. Но опять же, с валетом выбивать король валет тоже не очень хорошо. Ну, получается, что ривер не очень. А ты ё-моё! Вот я барана. Опять же, король икс червовенький. Это они могут, ну, с червой, типа, король червовый, семерка трифовая, условно. Да, тузы иксы, дама иксы. На вэлю флаши и стрейты. Флаши и стрейты мы неплохо блочим. То есть такой кол лучше, чем по 8-9, условно. Так что, в принципе, вот здесь я не выброшу. Там валет мы тоже блочили, но этого было недостаточно. Стрёмно тут, конечно. Я просто думаю, пушат или кол. А, пуш все-таки. Вряд ли мы здесь отскакиваем, хотя, конечно, это все выглядит подозрительно. Вау! Вот это я хорошо поехал к королей, блин. Это я, конечно, хорошо сгонял. Я вообще не понимаю, что происходит. То есть он говорит, что у него слоуплей какой-то по флопу, 10 валет, которые мы блочим, дама 9 сьютов, которых только две комбинации, и король-дама, который чекали флоп, который мы тоже блочим. Я, короче, со своей рукой никуда не деваюсь. Пусть меня завалюбетят, но я никуда не деваюсь. Всем спасибо за внимание, будьте здоровы, кто ждет теоретическую часть, ждите, а кто не будет, тем пока-пока, будьте здоровы.